Стрельба, погоня и спецназ. Накануне вечером в Николаеве задержали банду серийных грабителей секонд-хендов. Все подробности у Кирилла Ющишина. Настоящий экшен разгорелся в Николаеве накануне на проспекте Центральном. В помещении секонд-хенда ворвались двое неизвестных. В тот момент там находился валютчик. Бандиты расстреляли мужчину из обреза практически в упор и отобрали жилетку с деньгами. По стечению обстоятельств как раз в это время мимо магазина проходили двое мужчин. Один действующий сотрудник полиции, второй в отставке. Они начали преследовать преступников, те пытались скрыться на велосипедах. Завязалась перестрелка. Одного бандита удалось догнать во дворах многоэтажек. Второй налетчик успел добежать до своего дома и забаррикадировался в квартире, вооружившись обрезом. Патрульные и оперативники, прибывшие на место, перекрыли все выходы из здания. Квартиру грабителя штурмом брал спецназ «Корт». Причастность к ограблению валютчика в секонд-хенде он отрицает. Что вы забрали валютчик? Я ничего не забирал. Я вообще не могу понять, о чем речь идет. Есть дома что незаконно? Ну, приятель один забежал, дал сумки, конечно. Сказал, что... В квартире задержанного нашли оружие и шашки, вероятно, со взрывчаткой. Добычей налетчиков стали 400 тысяч гривен. Следователи несколько часов пересчитывали и переписывали номера купюр. Как оказалось, это не первый улов задержанных. Недели ранее они же ограбили другой секонд-хенд, вынесли кассу 10 тысяч гривен. Причетник до скоєння розбійного нападу, який був в суботу, також на проспекті Центральному, в одному із магазинів, де злочинці також забили. Раненый валютчик сейчас в больнице. Его прооперировали, угрозы для жизни нет. Оба задержанных уже в изоляторе временного содержания. За серийные грабежи каждому грозит до 15 лет тюрьмы. Кирилл Ящишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев.